Ну, ми раді вітати в нашій студії експерта міжнародника Андрія Бузарова. Андрію, доброго дня. Доброго дня. Ну, от оцей указ Путіна, так, який він видав в суботу в Кремлі, не відпочивали в вихідний свій день, причому ще й так якось співпало цікаво. Нормандська четвірка між собою обговорює питання, як вирішити ситуацію на Сході, а тут ще й указ новий видають. Збіг чи ні? Я думаю, это логическое продолжение, как сказал Андреас Уман, всей ситуации на Донбассе за последние 3 года. Вы знаете, что после начала вооруженного конфликта на Донбассе сотни тысяч граждан Украины, которые там проживали, выехали на территорию Украины, часть из них выехала в Российскую Федерацию. Естественно, у них много возникало там сложностей. Так, может, органов... застимулюватиме выезд людей, знаете, которые поддерживают русский мир туда, на российскую территорию? Те, власне, про что говорили? Это узаконка. Нынешняя ситуация в Российской Федерации. То есть это упрощение работы государственных структур Российской Федерации с теми гражданами Украины, которые выезжают с территории неподконтрольной Украины на территорию Российской Чего Федерации. Чего надо России? Вот этот указ. Внутреннее воздействие на граждан Российской Федерации, а также на тех граждан Украины, которые поддерживают пророссийских всех сепаратистов, о том, что вот это шаг доброй воли со стороны Путина по отношению... Добре, а международные наслідки? Так. Никаких международных нету здесь последствий, потому что, во-первых, не идет речь в этом указе о признании ДНР, ЛНР. Угу. Путин не может пойти сейчас на признание ДНР, ЛНР, так как это поставит крест на Минских соглашениях. А Путин все время ссылается на Минские соглашения. Угу. Как и не может Порошенко признать территории эти оккупированными. Поскольку если будет закон Верховной Рады об оккупировании территории, тоже поставит крест на Минские соглашения. Чему? Ну, потому что Минские соглашения предполагают урегулирование конфликта. А признание оккупированными ставит крест на том, что это территория украинская. Поэтому здесь... Ну, украинская, но оккупована. Да, контрольная Россия. Минские соглашения не предполагают принятие закона об оккупированных территориях. Минские соглашения предполагают урегулирование конфликта. Поэтому ни Путин, ни Порошенко сейчас не идут на отказ от Минских соглашений. Поэтому юридически вот этот документ, с международной точки зрения, он не будет никаких иметь последствий. Добре, давайте еще одну думку почуємо. От паспортным указом, так званим, Путин не полишає спроб легитимизировать бойовиков на Донбассе и тем самым влаштовує перевірки для Заходу. Наскільки він дозволить їй йти далі в агресивній поведінці? Таку думку в програмі «Воєнний щоденник» висловив політичний аналітик Тарас Чорновіл. Це є підрив під Мінський процес, але я трошки інакше оцінюю далі наслідки. Я не думаю, що це є вихід Росії з Мінського процесу, тому що вона сама в дуже дурній ситуації. Той, хто перший виходить з Мінського процесу, той програє, той втрачає. Такі речі робляться паралельно з іншими атаками. Я думаю, буде досить багато внутрішніх атак. Та сама історія з тим так званим блокуванням, де вже, ну так, московські вуха стирчать, що аж далі вже нікуди дивитися. Так само з іншими внутрішніми подіями, які зараз відбуваються в Україні. Провірка на вшивість наших західних партнерів. Заковтнуть чи не заковтнуть? Яка буде реакція? Багато тезь прозвучало, от, власне, якою має бути реакція, і чи справді, хто перше виходить з Мінського процесу, той програє? З Мінського процесу ніхто не виходить. Неправильна трактовка тих подій, які зараз відбуваються, к сожалению, відбуваються з уст українських політиків, експертів і зарубіжних. Мінські соглашення, нормандський формат продовжує существувати. И нравится, не нравится, но он будет. Сколько он просто существует, мы не знаем. Может быть год, может быть два. А вот этим указом, вы видите, Путин не подрывает его? Нет. Поскольку там не идет речь, повторюсь еще раз, о ЛНР и ДНР. Путин хитро использует терминологию Минских соглашений. Он говорит об отдельных территориях, Донецкой и Луганской области. Эта терминология принята для Минских соглашений. Так, плюс он говорит о фактически действующих органах там. Он не говорит о органах ЛНР, ДНР, а фактически действующих. То есть он намекает на органы, естественно, ДНР, ЛНР. Нечто похожее было когда-то Южной Осетии и Абхазии. То есть через несколько лет, если не будет урегулирования конфликта на Донбассе, все эти документы, которые сейчас выдаются на территории ЛНР, ляжут в основу выдачи российских паспортов тем гражданам, которые там находятся. То есть российские паспорта через пару лет, может через 3, через 4 года, может раньше, может позже, будут выдаваться рано или поздно. Для этого нужна юридическая основа. Все документы, которые сейчас там выдаются, так называемые акты гражданского состояния, свидетельства смерти и так далее, будут в основе. Це за умови, якщо оці... Триває цей конфлікт, чи за умови, якщо Росія зближається і далі захоплює ці території під свій контроль? Ні, при умові зберігання нинішнього статусу, того, який є на Донбасі. А якщо спробувати віддати на своїх умовах ці території назад Україні?
То чи потрібні ці паспорти? Я думаю, що зараз річ у реінтеграції, як можна говорити, і територію в состав України просто не йде. Так як для того, щоб їх реінтегрувати, треба зробити взаємні уступки. І зі сторони Росії, і зі сторони офіційного Києва. Цих взаємних уступок я не бачив за последние три года. То есть попытки договориться не было. Поэтому смена формата, о котором можно много говорят, так. Привлечение США, Норвегии, Японии, Китая, не имеет никакого значения. Так как для того, чтобы урегулировать конфликт на Донбассе, нужны взаимные уступки. Выборы, там, вывод войск российских и так далее. Взаимные уступки, только так. Да. У нас позиція така, ми чекаємо дійства санкцій на Росію. Добре, повернемося до цієї теми. Давайте просто нагадаємо нашим глядачам. Так, так що на Європейській площі в Києві розпочинає роботу мобільна студія 112 Україна. В центрі столиці перебуває наш колега Ігор Меделян. Ігоре, вітаємо тебе, ти в ефірі. Тож розповідай, які питання ставитимеш українцям сьогодні? Так, колеги, прямо зараз, зовсім неподалік Майдану Незалежності, на Європейській площі перебуває наша мобільна студія. І, власне, побачити її дуже просто, і кожна людина, яка бажає висловитися на сьогоднішню тему, може прийти і сказати своє слово. Говоримо сьогодні, власне, про те, чому, на думку українців, киян, гостей столиці, не були донині покарані убивці людей на Майдані. В принципі, чекаємо будь-яких думок та пропозиції від людей, які хочуть і можуть висловити свою думку. Нагадаю, відтак, що зараз, просто зараз ми перебуваємо на Європейській площі і чекаємо усіх, хто бажає сказати своє слово. Колеги. Дякуємо, Ігор, за роботу. Що ж, ви можете прийти, приїхати до центру столиці, висловити свої думки, відповісти на запитання. Ми ж нагадаємо, що сьогодні о 13-й розпочнуться пам'ятні заходи. На Майдані Незалежності будуть вшановувати пам'ять героїв Небесної Сотні. Ну, Андрію, повернімося до нашої теми, так, яка теж є важливою і на часі. От та реакція Заходу, яку ми бачили, наприклад, от, посольство Сполучених Штатів України в Твіттері написало, що визнання Росії документів сепаратистських республік тривожний, суперечить погодженим цілям Мінська. Так, ну, тобто, ну, дипломатична така заява. Чи можна очікувати і чи варто було б щось більше? Чи буде дипломатичною, власне, реакція Заходу? Обычная реакция партнеров. Украинских партнеров, обычная реакция США. Дипломатические формулировки, как вы правильно сказали, ничего более. То есть никто обращает внимание на этот указ особо не будет. Угу. И никто его не рассматривает как дальнейший факт или возможная основа для эскалации ситуации на Донбассе. То есть произошло, произошло и все. Давайте разберемся в причинах, чему Путин, власне, пішов на такий крок. От наказ российского президента про визнання паспортів так званих ЛНР и ДНР – це реакция на заяву Майкла Пенса, в якій віце-президент Сполучених Штатів пообіцяв будь-що змусити Росію відповідати за свої дії на Донбасі. Про це в коментарі нашому телеканалу заявив російський політолог Дмитро Орешкін. А что еще в данной ситуации Владимир Владимирович Путин может сделать? Как он еще может реагировать? Войска вводить – это слишком связано с серьезными репутационными, экономическими, любыми прочими издержками. Остается опять воевать вот в этом пропагандистском пространстве, демонстративно наступая на мозоль. В данном случае ДНР рассматривается как, ну, такой довольно небольшого номинала разменная монета в игре с Соединенными Штатами. Для народа я не думаю, что это большое улучшение качества жизни, а вот в пропагандистском пространстве это будет очень сильно раздуто. Андрей, вы согласны, что действительно такая, ну, такая, яка не яка відповідь на заяву Пенса? Нет, я не могу связывать это с заявлением Пенса, поскольку ни Пенс, ни Дональд Трамп, ни окружение, представители окружения Дональда Трампа никаких заявлений резких и необычных по сравнению с заявлениями окружения Барака Обамы, не делали по вопросу Украины и Донбассе. Все обычно, как вы говорили, о дипломатической поддержке, в России были территориальная еще. Поддержка Украины, выполнение Минских соглашений и так далее. Лавров сделал уникальное заявление вчера. Мы все говорим о том, что нужно выполнять Минские соглашения, ждем, когда Россия это сделает. Лавров вчера сказал о том, что Россия не будет снимать санкции с Европейского Союза, пока не будут выполнены Минские соглашения. Це його заявлення на Мюнхенській конференції. Так, ну ми її чули. Так, це унікальна взагалі річ. Ну це, знаєте, це має вигляд, це притаманно Росії змінити векторність. Мовляв, то не ми винні, то ви.
такие. Вот этот пинг-понг, он будет продолжаться до тех пор, пока кто-то не сделает какую-то уступку. Кто-то это Украина или Россия. На какую поступку может пойти Украина? Понимаете, в чем момент? Здесь нельзя рассматривать эту проблему, исходя, ну, без учета общей геополитической ситуации. Трамп в своих заявлениях сделал одну важную вещь, один сигнал всему миру, когда он говорил о налаживании отношений с Российской Федерацией и об украинском конфликте. Он сказал, что мы можем как бы снять санкции с Российской Федерацией в обмен на сотрудничество по вопросу борьбы с терроризмом и с ИГИЛ. Так. То есть он привязку сделал, кстати, санкции не к украинскому вопросу, а к исламскому государству, что вообще никакого отношения не имеет ни к Минским соглашениям, ни к ситуации. Поэтому вот здесь надо дальше посмотреть, как будет действовать Трамп. И будет ли сотрудничество между США и Россией по вопросу борьбы с ИГИЛ. Я не исключаю, что через полгода или через год, когда будут там очередные военные успехи в Сирии, Трамп может поставить вопрос о снятии санкций с Российской Федерации, поскольку Россия помогала США в борьбе с ИГИЛ. Теоретически это возможно. Европа на цепи, да, вот тут важно. Европейцы в этом не заинтересованы. От, и Россия більше того, Россия відповідальна за виконання Мінських угод. На цьому під час зустрічі з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим наголосила верховний представник ЄС з питань зовнішньої політики і безпеки Федеріка Могеріні. При цьому вона окремо зупинилася на тому, що Євросоюз наполягає на повному виконанні Мінських домовленостей. Нагадаю, напередодні Федеріка Могеріні заявила, що ЄС готовий сприяти подальшій роботі нормандського формату. А чи не є це, власне, відповіді на цю цікаву заяву Лаврова? Нічого нового я не вижу. Ні. Ну, тобто він сказав, ми санкції не знімаємо, поки Мінськ не виконуємо, йому знову кажуть, чекайте, ви маєте виконати. Федеріка Могеріні є преємницею Кетрін Ештон. Которую уже забыли все, тоже была в свое время верховным комиссаром по делам отсюда. Их заявления одинаковые. В нормандском формате поменялся министр иностранных дел Франции и министр иностранных дел Германии. Соответственно, Эро вместо Лорана Фабиуса, а Зигмар Габриэль вместо Штайнмайера. Никаких изменений в заявлении не поменялось. То есть риторика за три года, ну за два с половиной года в рамках нормандского формата одна и та же. В устах Лаврова одно и то же. То есть, підійде просто день сурка. А чи може ця риторика змінитися, коли зміниться президент у Франції? Ні, не міняється нічого. Нормандський формат, він не має ніякого смисла з точки зрення урегулювання конфлікту на Донбасі. А як же оптимістичні прогнози чи сподівання, що там Сполучені Штати сядуть теж за цей стіл і буде вже 5 там участь? Позавчора фактично Зигмар Габріель это опроверг. Він сказав, речі о присоєдненні США к нормандському формату, ні, це офіційно. Прямая речь Зигмара Габриэля. Мы с Тиллерсоном, мы поддерживаем. Ну, понятно. И администрация президента Украины тоже поддерживает. Блин, это нормальная вещь. За вашу логику, тогда доводится просто сидеть и чекать? Да, совершенно. Вот в этом парадоксальной ситуации. В России ждут смену руководства Украины, в Украине ждут смену руководства в России. Вот и вся. Но у Путина есть в запасе еще один термин. У него в запасе есть очень много лет. Не, ну... Юридически там не проблема продлить в Конституцию России, внести какие-то изменения, ну, чтобы еще... Ну, пока еще стану на зараз. Да. Он может идти еще на другой термин. Поэтому, на четвертый. Выходит, варто зосередитися, вибачте, не на цих форматах и на том, чтобы переконувати наших західних друзей в чем-то, а на том, я щоб... думаю, что если есть желание вернуть эту территорию под контроль Украины, то ее можно сделать и без Минских соглашений. А вы гадаете, нема цього бажання? Ну, я думаю, что это можно сделать посредством каких-то конституционных изменений или изменения Конституции путем общенационального какого-то диалога. Я сейчас не говорю о переговорах с ДНР, ЛНР, ни в коем случае. То есть, я думаю, есть варианты, как можно эту территорию реинтегрировать. Но желание особого... Особливый статус. С той стороны, про референдум. С той стороны, референдумы, конституционные изменения, написание новой Конституции. Вариантов масса. Для этого нужна просто политическая воля России и руководства Украины. Этой политической воли я сейчас не вижу. Может быть, она появится там, через полгода. Но все вот эти вот события, так называемая блокада Донбасса, да, частичная блокада Донбасса, хотя это все очень относительно блокаде. Вот это вот сложности с нормандским форматом. Заявление Трампа, они явно не случайны. То есть идет сейчас какое-то переосмысление ситуации на Донбассе и, возможно, попытка по-другому взглянуть на эту ситуацию, в том числе и в глазах США. Поэтому надо подождать еще, ну, я думаю, полгода, и тогда позиция Трампа будет четко, она будет вырисовываться в течение нескольких месяцев. Но Трамп будет очень аккуратен по Донбассу, вообще по украинскому. И мы разумеем, что украинский президент встретится с Трампом раньше, а я не уверен, будет ли вообще встреча Трампа и Порошенко, и будет ли встреча Трампа и Путина. Почему?
Все зависит от того, кто здесь впервые, как будет налаживать отношения с Трампом. Ну, Клинкин же уже сказал, что они там... Да, и Песков говорил о том, что встреча Путина возможна с Трампом. Никто не знает даты. Я не слышал подтверждения со стороны администрации Дональда Трампа о встрече с Порошенко или встрече с Путиным. Угу. Пока подтверждения этого нет. Возможно, будет встреча Порошенко с Трампом на полях Генеральной Ассамблеи, не Генеральной Ассамблеи, а заседание Совета Безопасности. Украине цікаво, да, возможно, чтобы все ж таки перше зустрівся Порошенко. Да, об этом, скорее всего, речь шла и встреча с вице-президентом США, с Пенсом. Как раз возможны встречи Трампа и Порошенко. Возможно. Но Трамп очень аккуратен. Андрію, маємо ставити крапку в цій годині. Дякуємо вам. Дуже цікаво за коментарі. Андрій Бузаров, експерт-міжнародник, був нашим гостем.